Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые ваши вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию внизу под этим видео. А сейчас узнайте, какие же вам срочные вести. Ой, срочные вести, девочки, о том, чего вы ждете. Что не движется с места, да, вот ждете вы либо какое-то предложение, либо каких-то новостей вы ждете, и вот, ну, никак не приходит, то есть вы ждете, а оно никак не приходит почему-то, да, и вот тут будут вам срочные новости, да, инициатива со стороны мужчины, кстати, от мужчины будут какие-то вам срочные новости, и вы их ждете, эти новости. Причем ждете с большим нетерпением. Уже устали ждать. И вот он, собственно, сам мужчина. Это мужчина, у которого черные волосы, темные глаза. Такой деловой, серьезный, практичный. Поэтому здесь может быть известие, то есть это может быть деловое предложение по работе, карьере, бизнесу, финансам, если вы ждете, да. Также это может быть предложение руки и сердца со стороны мужчины. Ну и другие новости, вот как зависит от того, чего вы ждете, да, какого решения вы сейчас ждете. Может быть, по каким-то документам. Может быть, нужны документы для того, чтобы поехать навстречу к мужчине или переехать к нему, скажем, в другой город или другую страну. Вот. В любом случае, здесь именно идут срочные новости. Либо от мужчины, либо по вопросу, связанному с мужчиной. Вот. Также могут быть, да, новости, если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, да, инициатива со стороны мужчины. Причем тогда такие будут серьезные шаги с его стороны.